Мол, кимилятыне? Хосе. Хосе. Хосейн. Хосейн. Это видео, накануне размещенное в интернете, напомнило гражданскому обществу о необходимости введения моратория на отстрел животных, занесенных в Красную книгу. Законно был убит этот тархар или нет, неизвестно. Но, по словам экспертов, судя по тому, что животное явно старое, лицензия на уничтожение все же была. Но законность не главная проблема, говорят гражданские активисты. Такие разрешения ответственные органы готовят очень легко. Для этого достаточно указать в соответствующих документах, что архаров стало больше, а значит, можно выдать еще несколько лицензий на уничтожение краснокнижных животных. Попал. Есть! Есть! Еще раз! Гражданский активист и фотограф Влад Ушаков проблемой сохранения диких животных занимается уже не первый год. Говорит, бывая в регионах, часто спрашивал у местных, как обстоят дела с популяцией архаров и козерогов в горах. Охотники лучше кого-либо знают о том, сколько животных осталось в Кыргызстане. Сельчане говорят, популяция резко сократилась. Количество, как бы, архаров, козлов увеличивается только в отчетах наших чиновников. На деле приезжаешь, начинаешь там с щебанами разговаривать, с людьми на местах. Они говорят, если раньше стреляли, животных со старыми рогами в этих охотхозяйств, сейчас уже есть такие же, как бы, и видео, и фото подтверждения, в сети их много, что стреляют даже уже молодых самцов. То есть, а это говорит о том, что, как бы, популяция вот этих животных просто сокращается. Чем меньше архара, чем меньше козерога, тем меньше снежного барса. По-другому никак. Снежный барс не питается ни камнями, ни травой. Поэтому я считаю, что такие законы, если мы уж говорим, что мы защищаем что-то, а не только, как бы, грабим, портим и поэтому, то такие законы нужны, и причем уже завтра. Чтобы сохранить архаров и обеспечить кормовую базу снежному барсу, в прошлом году в парламенте попытались провести закон о запрете на отстрел краснокнижных животных. Мораторий предлагалось ввести на уничтожение наиболее популярных у иностранных охотников маркополо, моралов и других рогатых. Однако парламент закон не пропустил. Фракция «Республика Таджурт» была единственной, кто полным составом поддержал тогда документ о сохранении природы. Законодатели говорят, если инициаторы внесут документ повторно, то они готовы его снова поддержать. Лично моя позиция по мораторию на охоту животных, я думаю, я и тогда поддерживал, и сейчас тоже мое мнение, нужно поддержать этот закон, потому что, почему? Потому что раньше, скажем, при Союзе у охотников был охотничьим ружьем мелкокалиберное, ТОЗ-8, да, как у нас говорят, мелкашка. Ею можно было отстрелить только одного из одной стаи или гурта. А сегодня наши охотники или во многих случаях даже чиновники ходят с карабинами автоматическими. Они из одной стаи или гурта, например, отстреливают около 10 архаров или козлов. Это очень большой силы оружия, поэтому нужно, я думаю, вводить мораторий. Я поэтому поддерживал, сейчас поддерживаю. Инициаторы обещают, что обязательно вернутся к этому вопросу. Однако оставлять закон в прежнем виде они уже не намерены. Лобби среди чиновников и некоторых законодателей настолько серьезное, что документ, скорее всего, будет снова зарублен. Поэтому авторы документа нашли другой путь решения проблемы. Мы понимаем, что если мы снова введем мораторий, документ опять будет отклонен парламентом. Поэтому мы предлагаем создать заповедники, чтобы государство разрешило частникам заниматься этим. Тогда владельцы будут заинтересованы в том, чтобы сохранить животных. Это поможет привлекать туристов, которые могли бы любоваться природой и фотографировать животных. Гражданские активисты тоже намерены приложить свои усилия в сохранении редких видов животных. Чтобы у чиновников не было шансов завышать данные о количестве краснокнижных рогатых, экологи планируют создать группы мониторинга. Независимые эксперты будут вести альтернативный подсчет голов и публиковать сведения. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.